Кроме тренера баскетбольного клуба Николая Абрамовских, защитник Александр Седов. Александр, пожалуйста, ваш краткий комментарий матча. Начали плохо игру, прежде всего защиты, дали подобрать очень много на своем щите. И, соответственно, из-за этого какие-то разлаженности получились нападения, путались комбинации, мы нас смазали и как-то играли без страха. Спасибо. Поздравляю вашу команду с хорошей победой, с хорошей игрой. В принципе, ваша команда играла уверенно и очень агрессивно. В принципе, что видно, что у нас, у нашей команды не хватает предсезонных сильных игр. То, что Днепр проводил, например, предсезонку в Литве, хорошей командой, хорошие турниры. Так что в этой ситуации немножко нас впереди. И в этом и чувствует, нет у нас скорости такой, нет быстрых решений, так что это в течение сезона, думаю, что мы достигнем такой формы, что мы могли бы там тоже бороться. Спасибо большое.